Привет, есть у меня звук или нет звука? Скажите мне сразу. Есть? Есть звук, да? Ура, хорошо, отлично, наконец-то, спасибо, спасибо большое. Супер, классно. Всем привет, всем привет, всем привет. Привет, привет, Лера, привет, Эдик, привет, Сережа, привет всем моим друзьям, привет, 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 всех люблю, Дана, слышно, наконец-то, ура, 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 счастье, радость. Привет, привет, Кристина, я слышу, вообще классно. Поля, мы смотрели концерт и видели, короче, Лизу, ну я видела Лизу, тетю Оксану, блин, но я больше никого не видела. Вот, если кто-то приезжал, вообще классно, что кто-то, приезжайте все на финал, будет очень классно, но только очень долго, простите, пожалуйста. Игоря запретили, его запретили! Привет. Да! Песни в люди. Игорь, она ездила. Она ездила в этот раз. Да. Я видела, вы были в предыдущий концерт, когда я пела «Больше нет сил». Вообще классно, ребята, блин, вообще реально спасибо большое. Плакат, мне принесли его, а потом, короче, пришли там, ну, наши администраторы, забрали у меня этот плакат. У нас, короче, все забирают, ничего не разрешают. Вот. Привет от Некрасова. Всем привет. Блин, Платон, привет всем, привет всем, привет. Да, я же не спрашивала, как вам моя прическа? Как вам моя прическа? Вот. Я не то, что рад уходу Родиона, но как бы я очень рад, что Софья осталась. Hello. Да, hello. Эй, йо, у тебя звук появился? Да, появился звук, появился звук. И что, теперь больше не надо? У меня смотрели. Все, я продолжаю, продолжаю. Привет. 6000 человек тусуется. У меня 3. Ну, у тебя потому что только началось все. Небо, потолок. Так. Вот, она же напела только что. Короче, рассказывайте, рассказывайте, как у вас дела. У нас не очень... Да, я сама... Приезжаешь, едем. Окей, едем, едем в Старопышкинск, хорошо. Как вы нам дали тебе, сестренка? Я не знаю, можно говорить или нет. Ну, у меня сольный трек, у нас у всех... нет, мы с других телефонов, с чужих чьих-то. Вот. Вот, и у нас у всех сольные треки. Ну, трек это лейбл, получается. Вот, сначала у всех был шок, теперь нравится. Да, я знаю, что у всех шок. У нас сессия, отстой, рассказывай. Чё Рита написала? Я не видела, подождите. Рита, где я? Я пропустила комментариев просто. Я не могу найти. Ладно, хорошо. Сама рисую стрелки, да. Это очень важно. 4000 человек. Я говорю, сегодня в плане. Вообще, расскажите, нравится вам, что происходит у нас здесь, какие вот песни у нас здесь пишутся, и смотрите ли вы концерты? Привет, мама, привет! Блин, классно! Она спросила тебя, не грустно ли? А, мне... Не грустно. Хорошо. Зря подстригли. Крикни. Пром! Пром! Мама, да я знаю, я вижу, я же все вижу. Я говорю, когда домой ждем тебя? Ну, скоро. Вообще-то все говорят, лучше не приезжай домой, а ты тут меня домой зовешь. Ну, уже скоро. У меня на работе все за тебя. Блин, классно. Мы все во всех местах про тебя рассказываем. Так классно. Мы приедем. Блин, классно. Вообще здорово. Спасибо. Сегодня был концерт. Мы только что посмотрели концерт. Вы смотрели концерт? Нам ничего не рассказывают о гастролях. Нам вообще ничего. Мы тут...
Мы ничего не знаем, мы вот, к нам приходят люди, мы узнаем только на месте, что они придут. Вот. Омск. Ты песню писала? Нет, я не писала песню. Ну, тут как бы была попыточка написать что-то, но нет. Твоя песня первая, даже Тимати Крит не погнали. Да, это очень классно. Ну, блин, был в Сочи на концерте. А, кстати, Бринькова ничего не говорит? Извините, просто я тут еще параллельно общаюсь с ребятами со своего института, потому что я учусь в архитектурной академии, вот, и они меня очень сильно ждут. Бринькова не зашла вообще. Я не взяла автограф для Крид, но я с ним поздоровалась. Вот, я такой, привет, вот. Я не знаю, навряд ли нас отпустят после концерта сразу. Не факт, не факт. Вот, спасибо. Спасибо большое. Нет, нам не выдали, нам дали чужие телефоны, просто вот зайти в эфир. То есть я не могу даже никуда выйти отсюда, потому что я сейчас переверну. Вы смотрите, как это здорово все это выглядит. Смотрите, раз человек, два человек. Он прячется за кустом, хорошо. Hello, 4000 человек. Песни тебя такая... А что они на кафедре учат? Почему планшет не согласован? О, ну вы объясните уж, пожалуйста, что у нас тут все забрали, вообще всего забрали, все, что можно. Телефоны отдадут после того, когда выйдет последний эфир. То есть у нас, ну, концерты, ну, вы знаете, что у нас здесь как бы отстает по времени немного. Вот, и получается, ну, закончится концерт, и мы еще 3 дня не сможем получить телефон. Или 4 дня. Вы кто? Я надеюсь, что я вернусь к вам. Мне очень хочется, потому что очень классные ребята. И у меня классная профессия была бы. Но сейчас еще лучше, если все сложится. Ой, я не буду ему говорить об этом. Так. Реально? Блин, офигеть. Приглашаю всех моих преподавателей из универа ко мне на концерт. Если они захотят, мы устроим билеты. Но это не точно. Я не знаю, что будет с институтом. Я сейчас, мне нужно дожить вот эти вот несколько дней, тут концерт, все это закончится, и посмотрим. Я не знаю. Макс лучший друг. Да. Сложнее всего было. Я, на самом деле, очень, ну, часто плачу на концертах. Вначале было очень тяжело. Я плакала после каждого... после каждого ухода, вот. И на прошлом плакала. Потому что реально ребята... Ну, очень жалко, когда уходят талантливые люди. Тем более, только лучшие остались. Реально, блин, офигеть. Господи, привет из Казахстана. Привет всем. Как PLC? PLC, наверное, хорошо, мы с ним обязательно все пообщаемся. У меня... Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно, что я вдохновляю кого-то. Не плачь. Да, у нас на следующем концерте у всех будет сольник. Я по всем скучаю. Питер на связи. Желаю победы. Спасибо, ребятки, всем огромное. Блин, вообще, это так здорово. Я сохраню прямой эфир. Привет, всем привет. Привет, привет, привет. 133 тысячи подписчиков. Йо-о-о! Привет, СССР. Да, СССР рулит. Люблю СССР. Тут
Тут уже все знают СССР, мне кажется. Нет, я не буду петь про страсть. Топ. Нет, Платон, не буду. Блин, ребята, спасибо всем огромное за поддержку, что вы пишете столько комментов. Я читаю все комментарии. Мы тоже сохраняем, почитай эфир. Что? А, придурка. Я сохраню эфир, сохраню. Блин. Приезжайте в Крым. А, я не знаю, наверное, нельзя входить в эфир. Девочка Скара. Крыстя. Никита, привет! Вне камер, я не знаю, у нас каждый день, то есть, ну, типа, у нас утро начинается в 10 утра, у нас начинается день съемочный, и в 10 вечера, вот ровно 10 часов, все с камерами, товарищи собирают все свои камеры и уходят просто домой, вот, и у нас включаются камеры вот эти вот верхние, и нас снимают вверху, то есть, вот, нам дважды показывали эфиры, и это выглядит настолько круто, вот. Я еще только учу свою песню. Не могу спеть кусочек. Почему Хабиб, а не Софа? Почему не Хабиб, а Софа? Что? Хорошо, придумаю. Хорошо. Тема песни. Дима, тема песни. В Краснодар приедешь? Ну, посмотрим. Уже все? Так. Мне сказали через минуту закругляться. Спасибо всем, кто смотрит концерты. Приезжайте, пожалуйста. Приезжайте, смотрите. Вот финал. Голосуйте за ребят. За тех, кто вам нравится. Вот. Да, это мопсик. Хорошо. Да, тема песни в нашей квартире. Блин, классно. Все, ребята, 5000 это рекорд в моем инстаграме, как по мне. У меня было 10 человек, когда я вела свой первый эфир. И это были люди, которые сидели со мной в одной комнате. И они тоже включали прямой эфир, и мы прикалывались. А сейчас нас слишком много. И это просто что-то нереальное. Спасибо. Реально. Я никогда не думала, что такое произойдет со мной. Вот. Так что спасибо. Реально, спасибо всем огромное. Все, я побежала. Ну что, смотрите финальные серии песен. Это лучший проект, как по мне. То, что сделали эти люди. Я не знаю, кто сможет перепрыгнуть их. Так что давайте, давайте, давайте. Всем пока, пока, пока. Так, 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 завершить.